Ну, для нас игра сложилась сегодня удачно. Забили сразу в начале быстрые голы. И сегодня пошла игра и в большинстве, и в равных составах. Ну, нам сегодня все удавалось, все получалось. Хочу поздравить Дмитрия и ЦСКА с победой. По игре хочу сказать просто... Ребята, просто, знаете, когда мы в советские времена играли против ЦСКА, такая эмблема, имя, всегда с трещащими коленками выходили, но мы бились, старались. Сегодня первый период просто провалили, команда провалила просто первый период. Я не знаю, что случилось, будем разбираться завтра на собрании. Второй период здорово отыграли, хорошее катание было, движение, равная игра, я считаю, была, но мастерство игроков ЦСКА. Большинство, три гола в большинстве они забили. Поэтому я считаю, что они нам показали мастер-класс. Поэтому мы видим, куда нам стремиться, куда и расти. Поэтому ничего страшного из этого поражения. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Все, спасибо.